Інсталяція «Живопіс і фотографія» об'єднані у одній виставі про гендер, про тіло і душу сучасної жінки. У Могилєвській виставочній залі проходить експозиція шведської мастажки, уродженки Могилєва Людмили Христосєвої. Тема гендера, а минавіта жанчыны нараджаюцца ці становяцца. Шматгадовыя даследаванні мастачкі выліліся ў аб'ёмную поліфанічную інсталяцію. Абапіраючыся на вопыт жанчын свайго роду, Людміла Христосєва нясе сваё ўспрыманне жаноцкага, сціснутага межамі сучаснага грамадства. Этот проект, да, я показываю по всему миру, и принося его в разный культурный контекст, я, конечно же, адаптирую проект. Я решаю, какие работы я везу из старых, или мне нужны новые, или что надо сделать с пространством выставочным, чтобы вписаться. Як грамадства уплывае на самаўспрыняцце жанчыны? Гледачы адзначаюць, гэта вострая і своечасовая тэма на хвалі руху за гендерную роўнасць. Все-таки 21 век, век развития, когда человечество развивается со стремительной скоростью. Поэтому, да, думаю, что для нас, юных женщин, это достаточно актуальная тема. Побач с проблемой объективации жанчыны сучасным грамадством уздымается и еще одна актуальная тема – ощадного экологичного існавання. Туалі – заготовки сукенок, что модельеры отправляют у сметницу, выступили у якости экспонатов. Современное искусство, на мой уже убежденный как бы взгляд, все-таки обращено больше к разуму. Оно больше как бы описывает ситуацию, оно отошло немного, мне кажется, от самого главного, что должно нести искусство – это душа человека. Зварот до почуттёвага боку не ад знака слабасці, а ўнікальнае бачанне свету мастаком, творцай, сцвярджае Христосєва. Выстава працягнецца да 7 жніўня. Тетяна Дмітрыева, Мікалай Соболєў, Навіны рэгіён.